В этом видео я расскажу вам о знаменитых людях, которые ушли из жизни с 1 по 15 августа 2022 года. Хочу отметить, что речь пойдет не только о российских, но и о зарубежных известных людях. Мира Кольцова умерла 1 августа. Она была советской и российской танцовщицей, артисткой балета, хореографом и педагогом. С 1979 года и до конца жизни Мира Кольцова была художественным руководителем и главным балетмейстером Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Надеждиной. Мире Кольцовой было 83 года. Она покоится в Москве на Новодевичьем кладбище. 5 августа из жизни ушел Клу Галлагер. Он был известным американским актером. Клу Галлагер снялся в фильмах «Однажды в Голливуде», «Страшилки», «Она написала убийство» и в других. Всего в фильмографии актера более 70 работ. Клу Галлагер прожил 93 года. 8 августа скончалась Оливия Ньютон-Джон. Британо-австралийская актриса и певица особо была популярна в 70-х. Многим Оливия Ньютон-Джон знакома благодаря главной роли в культовом музыкальном фильме «Бриолин». В дуэте со своим партнером Джоном Траволтой она исполнила два суперхита, возглавив музыкальные чарты. Оливия Ньютон-Джон умерла от продолжительной болезни в своем доме в Калифорнии на 74-м году жизни. Герман Витке покинул этот мир 12 августа. Он был известным советским и российским поэтом, автором песен и продюсером. С 1989 года Герман Витке работал в шоу-бизнесе. Поэт написал большое число песен для звезд эстрады. К примеру, Герман Витке писал для Леонида Агутина, Богдана Титомира, Анжелики Варум, Филиппа Киркорова и многих других. Стоит отметить, что Герман Витке придумал название группы «Иванушки Интернешнл», а после участвовал в создании альбома коллектива. Причиной смерти поэта стал сердечный приступ. Герману Витке было 53 года. Также 12 августа умерла Энн Хэтч. Американская актриса хорошо была знакома российскому зрителю. Она сыграла роли в таких популярных фильмах, как «Шесть дней, семь ночей», «Вулкан», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и во многих других. 5 августа Энн Хэтч попала сразу в два ДТП. Актриса находилась в коме в крайне тяжелом состоянии, а уже 11 августа сообщили, что мозг Энн Хэтч признан мертвым, и ее отключили от аппарата ИВЛ. 12 августа актриса скончалась на 54-м году жизни.